Всем привет, друзья! Вы на канале Duda Play, и мы продолжаем играть в танки Hills of Steel. Давайте улучшим нашего Феникса. 360 монет стоит. О! Так, я не посмотрел, как сильно улучшилось или нет. Так, также у нас здесь есть ремкомплект, который можно повысить. Ого! Хорошо. И есть какие-то мины Феникс. Давайте возьмем вот эти мины. И попробуем, что с минами вообще Феникс может делать. Они будут у нас лететь на парашютиках, эти мины. Я не помню, по правде, честно говорю. Сейчас я посмотрю. Так, сейчас танки подъедут. А, нет, он откладывает минку. Прикинь, он сейчас этот подъедет и на мине взорвется. Смотри. Опа! Нормально, прикольная мина. Жалко, что она только одна была. Но теперь я буду знать. Да. Мина прикольненькая, но мало, мало. Что одна была только. Ну, было бы несколько мин, допустим, 6. А то с одной как-то неинтересно. Надо разработчикам написать будет, чтобы они нам мин побольше скажу. Давайте побольше мин. Так, ну мы улучшили танк. Считай, потратили денег кучу. Теперь у нас опять 1000. Может быть, возможно, я Фениксу, ребята, куплю новую окраску. Фениксу. Либо не Фениксу, возможно, еще у меня есть Титану. Титану, возможно, я могу купить. Так, ну мы босса быстро уничтожили. Сейчас ремкомплект использовали, подлечились. Едем дальше. Так, аккуратненько. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, вот он, первый. Первый наш инопланетянский. Ох, монетки надо собирать. Первый инопланетянский танк, ребята. Где там еще? Ох ты, мина появилась. Мина. Хорошо. Мину я куда-нибудь оставлю. Какую-нибудь в тяжелую ситуацию. Когда вот будет тяжелая ситуация, я использую мину. Пока ситуация не тяжелая. Нормальная. Ого. Ну, как бы у меня стала мощнее струя вот эта идти. Смотри, какая она длинная стала. И достаточно лучше обжигать стало. Ой, как хорошо, мне нравится. Как мы улучшили Феникса, отлично. Так, ладно, едем. Смотрим. Никого нету. Монетки забрали. О, вот еще пошли. Тут много танков, смотри. Очень много танков. Но пока мину не будем откладывать. Давай ее сейчас на следующих танках откладем. Минку. Положим им. Пускай поиграются с минкой. О, отлично. Где у нас там танки? Тихо-тихо-тихо, не переворачивайся. Во, ну тут один только танк. Ё-моё! Какой ты вонючий танк. На, мину. Давай, подъедь, взорвись. На, мина особо не... Вот смотри, как много танков. Я бы сюда лучше бы мину подложил бы. Мина еще надо уметь пользоваться. Ну почему я ее использовал? Потому что скоро босс приедет. Если я мину не использую, то мина просто исчезнет. А вот и босс второй. Угу. Легион. Давай, подъезжай сюда. Я тебя сейчас вот в этом месте я тебя буду жарить. О, как хорошо я его жарил. Зачем я подъехал, а? Зачем я подъехал так близко? Так, все, ладно, поехали. Надо, короче, это тоже ремкомплект купить. Ну, реально, если ты хочешь пройти нормально, много, то ремкомплект очень достаточно-таки хорошо поможет. Я, возможно, даже сейчас... Хотя мне на Луне нравится. Буду на Луне, я хочу купить какую-нибудь маскировочную цвет для нашего танка. Ох-ох-ох-ох-ох. Нате мину, короче, это, и не этот самый. Подзорвитесь. Есть. Двое подзорвались на мине. Так, следующие танки. Сейчас мы их тут поджарим. Ой, как хорошо, смотри, даже того дальнего мы поджарили, который далеко стоял от нас. Так, вот этого сейчас попробуем. Долетает, нет? Огнеметик. О, он скорее всего меня сейчас уничтожит, чем я его.
А нет. Мы его уничтожили быстрее, первее. Ой, ну уже на здоровье маленькое, капец. Капец маленькое здоровье, ребята. Щелкну сейчас я этих или нет, не успею. Ну получается, давай, еще немножко. Так, этот посложнее, видишь, меня все-таки достал. Достал, убил. Ладно, поехали, посмотрим. А что там еще можно улучшить? А, знаешь, что я сделаю? Я сейчас сделаю вот что. Я уберу мину. Я сюда поставлю. Вот сюда. Ремонтный комплект. Точно. Так, какие у нас еще здесь танки требуют? А Джокер можно повысить. Еще Джокера можно. Нормально. Джокерочек. Давайте возьмем здесь. А, давай ремкомплект. Так, ремонтный комплект. Соберите карту, чтобы открыть. Или бы открыть сейчас 20 стоит. Нет, я что бы я 20 этих тратил. Не, спасибо. Давайте усилим баллисту. Чуть-чуть она улучшилась. Здесь заменим, поставим ремкомплект. Давайте попробуем баллистой. Отправимся в путь. Вот такая у нас баллиста. Так, ну-ка, кто у нас там? Есть здесь у нас танки или нет? Сейчас посмотрим. А, вот едет. Тихо. На, получи, гад. Первый танк готов. Так, второй. Где у нас там второй танк? Где-то едет. Никого нету, прикинь. Вообще никого. А чё я так я встал? На дыбы-то. На. Еще один. Готов. Здесь, по идее, должно быть куча танков. Никого нет. Куда вы все делись? А, во. Получил, да? Сейчас я еще посмотрю. Нет никого. Надо аккуратненько подъезжать. А, вот едет. На. Еще. Ну где вы все танки? Вот плохо, что я их не вижу. Особо. О, едет. На. Нифига, я ему танк разорвал, прикинь, на две части. Офигеть. О, еще один. На. Готов. Сейчас, может, еще какой-нибудь там будет. Не, давайте немножечко подъедем. О, есть. Где-то, значит, они едут. О, вот он. На, получай. Да ё-моё, ты чё такой, а, наглый? Там вроде бы никого больше нету. Давай подъедем. Да, никого нет, прикинь. Никого, никогошеньки. А, вот едет один. Так, на, держи. Ох, тихо. Какой ты активный, а? Так, что у меня так стреляет слабо как-то, а? Баллиста. Так, давай сразу залечимся, потому что сейчас будет у нас босс. Вот, скоро босс будет. Тихо, мимо. На, получай, еще один ударчик. Все, отлично. И у нас едет босс. Кнут. Кнутик. На, получай кнут. Гранаты. Ого, дружище, а ты тоже таким же стреляешь, как и у меня? Ну давай я сейчас немножко тебя сейчас постреляю. Ой. На, получай. Ой, хорошо. Мы его уничтожили, ребята. Так, вот. О, у меня получается еще. Ага, ну все нормально. Я думаю, нифига, у меня ремкомплектов сколько много. Все, я подлечился полностью. Но сейчас будет танков больше. Очень много будет. О, едут уже, едут ребята. Едут ребята, танкисты. Танкистики. На, получай. Сейчас я отъеду сюда, ребята. Ой, какие вы активные. Короче, если я без усилия стреляю, то и удары у них, получается, не очень сильно наносится урончик. Угу. Едем такие на баллисте.
Деловые такие, да? Хорошо, 1200 у нас монет уже. Опа! Пошли танки. Так, я сейчас их отщелкаю. Фига, месиво, месиво какое, ё-моё. Ай-я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 й. Тихо-тихо-тихо. Сейчас я с вами разберусь, ребята. Против баллисты того решили пойти. Против баллисты? На, получай. Ах, мимо. Сейчас я побольше сейчас нафигарю. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Да, ё-моё, на. Есть, уничтожили, надо срочно подлечиться нам. Все, ремкомплектик. Там особо-то и не было, там особо-то их немного было, два штуки только. Вот, а сейчас смотри уже сколько подъехали. Ладно, сейчас мы накидаем им. Да ё-моё, чего такие активные сегодня, а? На-на-на-на-на-на. Ещё. О, сейчас я их отщёлкаю. А, не успел отщёлкать, меня отщёлкали. Ну что ж, уже неплохо мы за сегодня, ребятушки, с вами. Заработали кучу монет. Мы сделали улучшение нашим. А, можно, смотри, деньги. Я почему куда думаю деньги потратить? Можно патруль джунглей открыть. 5000 стоит. Точно. Будем копить на джунгли. Так, а что здесь у нас? Воссоединительный знак. А, вот эти вот баллисты. А что? И что? Нет, мне вот это нравится. И, конечно же, я хотела бы открыть вот эти вот новые танки. Но новые танки, ребята, вы знаете, как открываются. Так вот, у нас последний самый, это арахнит. Который можно открыть только в сундуках. Ну или купить за 720 алмазов. Ну что ж, дорогие друзья, мы на этом заканчиваем серию. Всем большое спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Всем пока-пока.